С какой стороны могут исходить угрозы для организации договора коллективной безопасности, скажем так, против кого воюем? Ну, на данных учениях мы рассматривали тему, это возможности борьбы с терроризмом в Центральноазиатском регионе. Это угрозы не только для Центральноазиатского региона, мы знаем, что она приобретает мировые масштабы, поэтому готовим и здесь, и в других регионах коллективной безопасности, мы их определили как три в рамках организации договора коллективной безопасности. Но в целом задачи стоят перед организацией и перед коллективными силами, это обеспечить целостность границ, неприкосновенность государств, ну а в случае необходимости их применения для уничтожения тех, кто посягнет на наших братьев, наших союзников по организации договора коллективной безопасности.